Так, срок службы нашего сенсора истек, нам пришло вот такое оповещение, и сейчас мы попробуем его перезапустить. А чтобы перезапустить сенсор, нужно его снять и подзарядить. В этом мне поможет мама. Мама! Привет, Диа, дочь. И для начала мы должны снять пластырь. Пластырь держится хорошо. Идет в комплекте с Guardian Connect. Придерживаем аккуратно. Могу сказать, что вообще-то это не очень приятный процесс. Вот, она начала мигать три раза перестала. Это значит, что она заряжается. Кажется, получилось. Теперь остается только ждать 2 часа. Итак, у нас все подзарядилось. Нам пришло вот такое оповещение. Возможная проблема с устройством. Данное устройство не было протестировано. Информация может отображаться неправильно. Вы по-прежнему можете использовать приложение. Нажимаем ОК. Здесь это лицензия соглашения конечного пользователя. Мы должны это прочитать и нажать «Согласен». Нажимаем «Согласен». Так, предоставить, начать. Далее. Теперь нужно ввести имя пользователя и пароль, который вы изначально придумали, когда настраивали приложение. Сейчас буду вводить, не смотрите. Ввели и нажимаем на галочку. Выполняется вход. Ждем. И видим вот такое сообщение. Успешный вход. Нажимаем ОК. Так, мы это уже проделали. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Поиск». Так, теперь сверяем вот эти циферки с циферками на ракушке. Все совпадает. Нажимаем вот сюда. «Подсоединить». Во время подсоединения ракушку далеко не откладываем. И мы видим такое сообщение, что наш трансмиттер успешно подсоединен. И нажимаем ОК. Нужно выбрать углеводные единицы. У меня это хлеб. Подтвердить. ОК. Согласен. Так, нажимаем «Да». Теперь нам нужно нашу ракушку подсоединить обратно вот сюда и нажать «Запустить новый сенсор». Товарищ ассистент, подойдите, пожалуйста. Я здесь, я всегда готова. Берем нашу ракушку и аккуратно к сенсору, который уже стоял, подсоединяем. Этим хвостиком обратно приклеим. Все готово. Теперь можно запускать новый сенсор. Нажимаем. Сенсор запущен. Нажимаем ОК. Далее. И выбираем доступ. Здесь нам нужно найти наш Guardian. И выбираем его. Разрешить. Хорошо, у нас уже включено.
Далее. Здесь обязательно настраиваем оповещение. Все. И нажимаем запуск сенсора. Теперь нажимаем начальный экран. И у нас идет подготовка, которая может занять 2 часа. Ждем. На этом процедура перезапуска сенсора окончена. Надеюсь, и у вас все заработает.